Люди дежурят уже возле дома Атамбаева непосредственно. Много ночей, да? Масло кинул. Бул кайдан табалдыңар бул нерсени? Участокту? Ооба, жерде жатып турбу? Челис көрүп, картон алдым. Челис көрүп? Ооба. Бет тарп койгон. Өйдөп отур, өйдөп отур, өйдөп отур, өйдөп отур. Токтой дир да. Курсакау. Мына лечи. Бул эмне бол? Эмне бол? Биздин октой дир. Да, эки октой дир ошондо. Бир эки, а бутка бутуңуз эмне болду? А, үч, үч октой деген турбайсыз, э? А кайсыл жерде дейди ошол? Баратан алдында. Баратан алдында? Бул эмне окуп дейди сизге? Эмне окуп дейди? Бул эмне ок экен? Бул кайсыл эмне кылганда кайсыл маалда тийди бул ок? Комментарий бербей эле коелу. Видеодо баары көрүнүп турат да. Жок, кирип аткандабы же бияк жакта? Разогун көрсөтөбү? Боевой мына. Разогун чечсем. Автоматтын разогу бул. Автоматтын разогу бул. Боевой пулялар менен келишти. Боевой пуля менен келген. Бул кайдан кайсыл маалда алдыңыз бул? Бул мына могу жерден мен атып атканда. Атып атканда снимать этип тур, жумурганнан. Повсюду царит беспорядок, вещи разбросаны. Даже в лифт попала пуля. Ее плохо сейчас видно, но дырка есть. Повсюду в доме следы крови. Непонятно, чьи они, кому они принадлежат, кому она принадлежит. Стеклопакет разбит. Поднимаемся на второй этаж. Здесь видны следы взлома. Видно, что решетку пытались разварить. И вроде у них это вышло, получилось. Здесь следы крови.